Здравствуйте все. У нас продолжается работа по настройке теперь уже двигателя. Хотим сделать, чтобы все работало как часики. Он у нас заводится, работает неплохо, но при настройке карбюратора и зажигания, там, поработав немного, машина, когда ее выключаешь, то на карбюраторе появляются следы подтеков бензина, проступания. Вот. Чтобы устранить это, мы сделали вот такое приспособление. Ну, это, как всегда, помощь интернета. Вот. Емкость с бензином, бензонасос какой-нибудь и уже подключение к карбюратору. Вот. А здесь трубочка подсоединяется к месту винта регулировочного топливного. И вот сейчас будем наполнять его бензином, чтобы понять, правильный ли у нас уровень. Вот, приступим. Вот, бензин пошел. Так, видим. Ну, честно говоря, ничего хорошего. Так оно и есть. У нас получается, что уровень очень большой. Вот у меня есть метка. Вот. На карбюраторе, где он должен был остановиться. Но у нас гораздо выше. Поэтому сейчас будем проверять, в чем проблема. Следующее видео покажу.